Итак, семинар продолжается, и теперь выступает Миямото Чихан. This time we're doing like this.
пожалуйста. So please try that. So what do you think I'm showing you? Одно движение, посмотрите, и не прерываясь,
продолжая его, мы переходим во второе. Вот таким вот образом. Вот одно движение, посмотрите внимательно, so please watch the first movement. And we can do anything else from this movement. И мы можем перейти на другую технику тоже. А вы видели, да? Смогли увидеть? Увидели икью, да? Что мы можем перейти, например, на икью прямо отсюда. So you could see that we can transform this movement into икью immediately. Это очень плавное движение, мягкое. Very smooth movement here. So please try that. Попробуйте, пожалуйста. Simple nine.
Мама. 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 И немножко мы выходим
вперед, чуть переносим вес вперед. So we shift our weight a little bit more, just a little bit, like this. И что же это такое? So what is it? Может, кто-то знает? Может быть, кто-то, у кого-то есть предположение? Отлично, кто-то понял. Это гребцы так делают. So when we're paddling, we do like that. Вот таким вот образом. Здесь очень важно использовать наши бедра, работу бедер. So the movement of our hips here is very important. Опять же, обратите внимание, что с линии партнер уходит, и мы его опускаем на эту линию. So the partner sends off the line, and we try to disbalance him on the line. And again, OQ is very important. И опять же, OQ – вот что самое важное в этой технике. Пожалуйста, попробуйте еще раз. Таким образом. Такое ощущение, что вы не делаете глубоких вдохов. И странное такое получается. Видите, как заячки. It seems that you are not making deep breaths here. And you can clearly see that, because you act like this. То есть две стадии, да, вы видели? Раз движение и два движения. So you can see two stages here. И давайте опять же, дыхание, OQ здесь очень важно.
И давайте